Могут голосовать за проект скульптуры, который установят прямо вон там, во втором этаже элитного жилого дома. А голосование организовано на сайте городской управы. Всего варианта 3. И сегодня мы выясним, какой из вариантов калужанам нравится больше и нравится ли вообще. За какой бы вы проголосовали? За средний, в принципе, он более-менее. А поясните свой выбор. Он как-то выглядит, в принципе, что девушка держит свечи. Я не знаю, что-то, может быть, освещает что-то. Да, вот какую скульптуру? Вам какая больше нравится? И нравится ли вообще? Нет, ни одна. Я вообще даже не знаю, это что? Я, например, не понимаю, что они означают. Мне кажется, просто побольше каких-нибудь таких парков, чтобы там побольше зелени, фонтанов, памятников. Второй? Да, вторая, посерединке которая. Зачем? Она симпатичная. Симпатичная, да. Сама женщина? Да. Ребята, какой бы вы вообще хотели памятник в Калуге? Может быть, вы там... Повару. Почему повару? Ну, потому что... Вы повар? Да. Вам плохо без памятника? Конечно, даже с таким людям быть, который кормит людей-то. Насколько помню, в интернете мнением калужан городские власти интересуются впервые. До этого нужно было приходить и голосовать бумажкой за Петра и Февронию и за памятник Чижевскому. А были времена, когда мнение калужан вообще никто не спрашивал? Это, мне кажется, больше греческий стиль какой-то. Второй, да? Греческий стиль. Средний. Средний, потому что... это даже я не знаю, что это. У нас бы лучше не памятники бы вообще ставили, а занимались бы образованием и... заниманием нашей молодежи, если честно, а не памятники. Памятники – это все не нужно. Молодежи в последнее время, грубо говоря, вот так вот посидеть, пообщаться, какие-то глупые фонтаны, и постоянно вот эта вот плитка уже просто надоела. Гитары, например. Памятник гитаре пускай будет. Может быть, каких-нибудь нанять современных деятелей искусства, и было бы неплохо, если бы они придумали что-нибудь такое интересное. А непонятно. Нам один молодой человек сказал, что это какие-то свечи. И это очень символично. Кремль какой-то. Да. Здесь, например, церковь. То есть мы обсуждаем средний вариант. Точно. Это наверное, Казань. Казань? Да, вот мечеть-то они построили. Калужан спрашивает сейчас мнение, какой вариант им больше нравится на сайте городской управы. Вот, собственно, 3 варианта. Никакой. Потому что вот это слишком аляписты какие-то. А это как-то слишком похоронно, на мой взгляд. А вам как кажется? Мне тоже ни одна не нравится. Какие-то странные. А какой бы вы вообще хотели памятник в Калуге, чтобы поставили? Памятник какому-нибудь великому прорайдеру на велосипеде. Шарик. Шарик с Гагарином. Я не знаю. Я интересуюсь памятниками. Вот этот плохо сфотографирован. Может быть, он плохо сделал? Так это сделали претенденты? Это да, наш скульптор калужский сделал 3 варианта. А не скульптор калужский сделал нам лодку на выезде из Калуги, на которую потратили 6 миллионов рублей, когда их можно было потратить на больницы? Никакой, скорее.
Скульптор Калуги ошибся. Надо скульпторов не Калуги привлекать. Вам какой-нибудь из них нравится? Ну, придумывать не если надо, честно, вообще ни одна не нравится, но более-менее, мне кажется, вот это из всех, средняя, которая. Ну, вот это какая-то индийская, если честно, ну, похожа на какую-то индийскую вообще. Которая с птичками. Ну да, которая самая правая. Так, это даже не знаю, на что похоже, что это такое, даже непонятно. А посередине чем вам более-менее понравилось? Ну да, на стадию правосудия, кстати, похоже, да. От всей нашей сегодняшней беседы с калужанами сложилось впечатление, что памятники вообще нафиг никому не нужны. Людям бы просто какое-то место, где отдохнуть, чтобы фонтан, зелень, чтобы детишки поиграли. И все сошлись на мнении, что пока что единственное место, которое есть в Калуге, это шарик. А вот это никому не интересно.